Привет всем из солнечной Аризоны. Сегодня 25 марта 2018 года. К сожалению, благодатные деньки вечной весны в Аризоне заканчиваются, и на смену приходит раннее жаркое лето. Поэтому трудно будет очень выбрать время, когда и день, и солнышко, и не жарко, и тебя все радует. И ты на самом деле думаешь, что это время никогда не закончится, но, к сожалению, все хорошее когда-то заканчивается. Поэтому я так думаю, что моя физкультура в виде хайкинг в горах тоже будет постепенно подходить почти к нулю, и придется перебираться больше в зал и заниматься в зале. Ну вот вчера я маленькую сценку сняла, то есть я гуляла, и я услышала, как птичка перекликается с другой птичкой, и я обнаружила, что на кактусе эта птичка сидит, и я засняла. Люди идут, я думала, что я только одна здесь. Ну, дадим им пройти. Это прекрасно, что люди выходят на природу, это так прекрасно. Good morning. So is it a stick on there? Or? I'm sticking. I'm just making video. I'm yeah, taking is video. Is it like Velcro or what's on the back? I have a magnet on the back. That's very interesting. Yeah, it's a little magnet because sometimes I just take videos inside of my car. Yeah. I just stick on to the magnet. And is that that magnet's just magnetic to the back too? It's not glued on. It's just no, it's glued. It's stick oh, it to, is glued to my on phone. The back. Yeah. That's pretty cool. It's cool, right? Yeah, and then you can get, then it's steady and all. And you can get yourself in a picture timer and all that. This is what I do, yeah. Great. Thank Very you. Nice. You have a wonderful day. Thanks for the idea. Where'd you buy the magnets? Just any store, like Apple, any phone store. Okay. Yeah. Excellent. Thank yeah, you. Just ask for the magnet. Great. Thank you. You're welcome. Так запросто можно просто заговорить, познакомиться с людьми и обменяться приятными впечатлениями, остаться, в принципе, в хорошем настроении, как бы день твой начался с хорошего. Ну вот, я вчера, значит, иду и слышу, что птичка разговаривает с другой птичкой. Обычно эти птички сидят наверху кактусов, им так виднее, им так слышнее друг друга, акустика лучше. И я так одну минутку засняла эту птичку на кактусе, так провела немножечко вокруг, тишина. Просто очередной раз хотела показать, как это прекрасно быть на природе.
Ну что я думаю, почему человек все-таки стремится выходить на природу, стремится на открытые места? Потому что человек-то, он изначально, он же дитя природы, дитя свободы. Ему не хватает вот этого вот взгляда до горизонта. Ему не хватает этой мысли далеко в небо. Мы находимся, особенно городские жители, среди зданий постоянно, в здании, среди зданий. Мы практически не видим неба. И вот этой свободы нам не хватает, поэтому человек стремится... Человек стремится воссоединяться с природой. И поэтому я считаю, что когда он соединяется с этой природой, он находится вот на этой свободе, Господи, наглотается этого свежего воздуха. Вот поэтому и потом ему легче справляться с проблемами, неудачами в его жизни. Значит, вот что мне, значит, очень нравится здесь, значит, вот эти вот парки, значит, такие дикие парки, организованные по всей Аризоне, с этими стрелами, с дорожками вот в этих горах. Но это нельзя назвать, что это такие прям большие горы, но это такие между холмами и горами высоты. Значит, организованы людьми, которые любят это дело, которые ухаживают, здесь немножечко почищают, где-то делают более доступными места, чтобы люди проходили. И я хочу сказать, что это ведь практически все волонтеры. Это люди, которые не зарабатывают ничего на этом деле, они просто это дело любят. Вот когда иногда, значит, я значит, получаю такие письма, что скучно, что не знает человек, что делать, и, значит, и вроде уже на пенсии находится, и, значит, смотреть телевизор тоже скучно и так далее. Но вот один из способов, вот просто вот такие маленькие подсказочки. Вот люди, здесь же, жизнь везде одинаковая. Люди выходят и занимаются тем, что они любят, просто бесплатно. Они общаются с друг другом по интересам, они делают что-то полезное и возвращаются домой, значит, с чувством, значит, какого-то сделанного, какой-то своей совершенной миссии, значит, которая каждому человеку уготована своя. Вот вчера, значит, волонтеры, вот эти люди, они, значит, расставили стенды с фотографиями, значит, пресмыкающихся, которые здесь живут в этой природе, и что человек, который выходит на вот эти тропинки, он должен знать, с чем он может столкнуться. Я вам покажу, у меня, значит, тоже там есть маленький такой видеоотрывочек. Значит, и как называются эти змеи, как называются, значит, и как можно их определить по окраске, по внешнему виду, что это ядовитые змеи, даже ящерицы какие ядовитые здесь, значит, проживают. И это все для того, чтобы человек знал, понимал природу, в которой он находится. Не просто он тупо шел, смотрел на эти камни, на небо, на горы и не подозревал, что вокруг, рядом существует целая огромная жизнь, которую населяют различные животные, насекомые, пресмыкающиеся и так далее. Thank you. I have hope. May I see this lizard? Oh, yes, of course. Thank you. The Gila monster, the venomous lizard. Yep. Okay. And this one? That is, it's just, we call him Tarjay because we got him at Target. Yeah, Tarjay Target, that's funny, right? But it's kind of representative. It's nice you expose it to the people, exhibit it. For here it's more, we're trying to show you how they, to stay on the trail, because they really blend in. Yeah. And they like to sun themselves. So are you interested too? The monster is about three times the size, so.
сегодня, вот я когда сюда шла, только заходила на трейл, тоже так же волонтеры расставили информацию, такие постеры большие с фотографиями о, значит, кактусах, о том, как здесь птички, значит, вьют гнезда на кактусах, как это, как кактусы цветут, в какой период времени, какая у них корневая система. То есть это вообще, это просто, это большая работа и большая благодарность людям, которые занимаются этой волонтерской бесплатной работой. And this is a reaction of the cactus on their birds nesting, right? Yeah, that's what they do. And they'll bloom. Yeah. The reason why they grow on. It's cool, right? And then these things are just smaller, smaller version. Yeah. Mm-hmm. This one here. Mm-hmm. That's the support system for the segment cactus. Right. The saguaro or the columnar cactus. Right. And this is the old bugs living in the With the snake in the Sonora. Yeah, looking for bird eggs. Right. and this is, these are the antlers. They're just a little bit like this small when they start out. Super saguaro, rotting saguaro. Right. And that's actually called a pseudo scorpion there. The one. This one. That one. Uh-huh. Except that it's much smaller. It doesn't have a tail, right? And it doesn't have a tail. Yeah. Yeah, thank you. Yesterday I saw snakes, like exhibition over here, and today's cactus posters. Wow. It's interesting not only for children, it's interesting for adults as well. Yes. We just live here, but all of us know that. Some kids haven't even been to the out in the desert to see what's there. Yeah. Well, thank you for doing that. Good luck. Ну, на этом все. Я только половину пути прошла, пойду дальше, потому что солнце уже становится более, выходит на горизонт, становится более жарким, и людей уже больше прибавляется. До новых встреч. Я с удовольствием делюсь тем, что я вижу. Жизнь прекрасна, и желаю вам того же, видеть эту красоту и заниматься чем-то полезным для себя, для этой природы, для других людей. Жизнь прекрасна.